В этом видео я расскажу вам про очень простую и эффективную подкормку для огурцов, которая обойдется вам всего в пару рублей, а эффект от нее будет просто фантастический. Как вы знаете, огурцы очень любят теплую хорошую погоду, солнышко и правильные удобрения. Они впитывают из почвы огромное количество микроэлементов, особенно во время плодоношения, и глюкоза – это один из них. Поэтому в качестве подкормки мы будем использовать сахар. Раз в 10 суток можно поливать огурцы раствором воды и сахара. И это даст кусту очень много энергии для развития плодов, которые уже висят на побегах, и для формирования новых завязей. Ученые уже доказали, что огурцы усваивают глюкозу своими корнями и превращают ее в энергию для питания всего растения. Чтобы сделать такой раствор, необходимо взять 2 столовые ложки сахара и развести в литре теплой воды. Тщательно размешиваем до полного растворения, и наш раствор готов. Также можно взять аптечную глюкозу. Она будет стоить чуть дороже, но растение получит энергию в еще более легко усвояемой форме. Этот препарат готовится еще проще. На литр теплой воды берем 1 таблетку или 1 чайную ложку препарата, в зависимости от того, в каком виде она продается. Если подкармливать огурчики при помощи сахара, простимулируется рост листьев, стеблей, корней, и на кустах будет завязываться гораздо больше плодов. Они будут вкуснее и сочнее. Обязательно проверьте эту подкормку на своих огурчиках, и результатом будете очень довольны.